Спасибо. Как это красиво звучит завтра здесь, в колонном зале. Состоится их сольный концерт. На самом деле, Анатолий Шенберг буквально песню назад задал такое настроение. Он пел про ключевой аккорд, а я хотела сказать, что вот таким ключевым аккордом для нас каждую весну звучит огненская нота. Мы слышим этот звук и мчимся сюда, потому что здесь, в Обнинске, нас всегда встречает оазис, оазис тепла, оазис хорошего настроения, оазис особой атмосферы, оазис хороших людей. И я хочу попросить всех вас, давайте поаплодируем этим замечательным людям из оазиса, которые, которым мы на самом деле относимся с большим уважением, потому что есть люди, которые пишут песни, есть люди, которые пишут стихи, есть люди, которые поют, а есть люди, которые создают мир, в котором мы живем, куда мы приезжаем. Спасибо большое всем оазису. Мир действительно огромен и велик, и весна дает нам надежду, что совсем скоро, наверное, откроются границы, и мы умчимся в чужедальние страны, в экспедиции, в места, в которых мы еще ни разу не были. Письмо в экспедицию. Искать города большое
навсегда.